четверг в Самарской области пасмурно, осадки в виде снега и дождя. Днем 0 плюс 2 градуса, ночью 0 минус 2. Юго-западный ветер 5-7, порывы до 15 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, дождь. В светлое время суток плюс 3, в темное 0 градусов. Юго-западный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти тучи, дождь со снегом. Днем плюс 1 градус, ночью 1 ниже 0. Юго-западный ветер 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно, пройдут дождь и снег. Днем плюс 1 градус, ночью нулевая температура. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 94%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru. We'll be right back.